Доброго ранку, шановні телеглядачі. Розпочинаємо нашу ранкову програму «Мозаїка дня». Сьогодні ми поговоримо про загальнолюдські цінності, також про саморозвиток та про особливих дітей. А ще, звісно, побачимо цікаві сюжети. Телефонуйте до нас у студію за нашим постійним номером 638-638. Залишайте свої запитання, побажання та привітання. А ми традиційно розпочинаємо ранок з приготування сніданку. Я ще раз кажу доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався, і до нашого ранкового вітання вже завітала наша гостя. До нас сьогодні завітала кандидат психологічних наук, старший педагог кафедри дефектології та фізичної реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Костянтина Дмитровича Ушинського Анна Борисівна Соколова. Доброе утро, Анна Борисовна. Доброе утро. Спасибо, что к нам сегодня приехали. Анна Борисовна, сегодня хотелось бы обсудить очень важную тему, а именно особенные дети. Что означает понятие «особые дети» и почему же они особенные? Термин «особые дети» употребляется по отношению к деткам, чье развитие отличается от нормы.
И есть еще ряд терминов, которые характеризуют таких деток. Это термин такой, как дети с особенностями психофизического развития, дети с особыми образовательными потребностями и дети с ограниченными возможностями здоровья. Таких деток каждый из нас может видеть на улице, может быть, в каких-то учреждениях. Это детки с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. Вот такие наши особые детки. Вот сейчас уже, это, я так понимаю, новое уже название. Раньше говорили инвалиды, сейчас уже не принято так говорить. Уже говорят особые дети, да? Да, но это гораздо корректней. Скажите, а в Украине существуют учреждения специальные для таких деток? В Украине функционирует сеть специальных учреждений и дошкольных, и школьных для деток, о которых мы говорим сегодня. Это специальные школы и для умственно отсталых деток, и школы для деток с тяжелыми нарушениями речи, школы для деток глухих и слабослышащих, это отдельные два вида школ. Точно так же есть школы для слепых деток и для деток слабовидящих. Есть школы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Точно так же, я повторюсь, есть дошкольные учреждения для таких деток. Это мы говорили о детках, которые способны обучаться. Есть детки, у которых нарушения очень сильны, ярко выражены, и для них есть центры реабилитации или дома ребенка. А в Одессе тоже существуют все эти виды учреждений, да? В Одессе и Одесской области есть все учреждения для различных категорий деток, да. Какие особые права имеют эти дети? Отвечая на этот вопрос, наверное, нельзя не вспомнить о Конвенции ООН о правах ребенка. Ну, во-первых, каждый ребенок прежде всего имеет право на жизнь. Каждый ребенок имеет право на семью. Каждый ребенок имеет право на получение образования и на медицинскую помощь. И если мы говорим о наших, об особых детках, то, в общем-то, их права, и это прописано в Конвенции, не должны отличаться от прав абсолютно всех деток. Вот. Может быть, еще если отвечать на этот вопрос с точки зрения социальных каких-то вот пособий, действительно, детям, у которых какие-то тяжелые нарушения, может быть, это дети глухие или слепые, или с нарушениями глубокие формы интеллектуальной недостаточности. Им положено также социальное пособие. Угу. Вот такие права есть у деток. А как понять, что у ребенка особенности в развитии, и вовремя обратиться к врачу, а главное, куда обращаться? Дело в том, что существуют критерии развития детей. Многие из нас знают, что ребенок, когда рождается, через какое-то время он начинает к месяцу примерно держать голову. Потом к 6 месяцам он садится, годику ребеночек должен пойти. И, в общем-то, родители, даже если это первый малыш в семье, все равно общаются и с другими родителями, и читают какую-то литературу, и понимают, что если у их ребенка что-то идет с опозданием, это, вероятно, должно беспокоить их, и они должны обращаться к врачам. Но, наверное, прежде нужно даже начать не с момента рождения ребенка, а еще с момента беременности. Потому что будущая мама, она наблюдается у специалистов в женской консультации. Потом, находясь в роддоме, врачи смотрят и ее, и ребеночка. Обязательно есть педиатр. Уже на УЗИ можно понять состояние ребенка. И, конечно, уже по результатам УЗИ, еще будучи беременной, мама может знать, какие, возможно, будут особенности у ребенка. Или их не будет, и ребенок уже внутриутробно развивается абсолютно закономерно и по всем правилам, соответствующим норме. Вот, поэтому нужно внимательно прислушиваться рекомендациям изначально маме в женской консультации, потом маме в роддоме, а потом, конечно же, уже когда родился ребенок, обязательно должен приходить педиатр, врач, и мама должна посещать поликлинику тогда, когда и рекомендует это врач. В месяц абсолютно все детки должны пройти обследования и всех специалистов. И уже там, даже если вдруг что-то не увидели, на что-то не обратили внимания родители, обязательно врачи должны уже сакцентировать внимание мамы, если что-то, по их уже мнению, не так. Но вот иногда мамы очень переживают, что ребенок вот 9 месяцев, 10, 11, 12, а ребенок все не ходит. Вот начинает уже сильно переживать, надумывать проблемы, также и с речью. Вот иногда вот я слышала, что мальчики могут говорить даже с 3 лет.
А раньше вот ребенок в год уже должен что-то говорить. Как же так, ребенок не говорит? Вот мама начинает себя накручивать, надумывать, бегать по врачам, и получается, что они из своего ребенка уже делают нездорового, каким он является, а наоборот, с какими-то отклонениями сами ищут проблему, так скажем. Ну, мам можно понять. Это хорошо, что они внимательны по отношению к своим деткам. Опять-таки здесь нужно прибегнуть к помощи специалистов. Все дети развиваются не одинаково. Кто-то немножко раньше, кто-то позже. Действительно бытует мнение о том, что мальчики могут заговорить позже. Но бывает по-всякому. Бывает, мальчики говорят очень рано, и их речь правильная, чистая, да, как вот говорят по-простому. А речевое развитие девочек запаздывает. Но, тем не менее, не нужно ждать до 3 лет, вы озвучили именно вот этот возраст. В 2 года ребенок обязан пойти к логопеду. Это предлагает ему участковый врач-педиатр. И практически при каждой поликлинике у нас в городе есть врач-логопед. Если такого специалиста нет в районной поликлинике, можно найти такого специалиста, например, в государственных учреждениях, таких как Центр психического здоровья на Канатной, это сейчас так диспансер называется, на Канатной 27, или Первый Разумовский переулок, там тоже есть штат и психологов, и логопедов. Поэтому если такого специалиста вдруг нет в детской поликлинике районной, можно обратиться просто за консультацией. То есть в любом случае, когда ребенку исполняется 2 года, ну, нужно пройти логопеда обязательно? Конечно. Независимо от того, разговаривает уже ребенок или нет. Все Совершенно равно проверить, верно. Да? Совершенно речь? Верно, потому что к этому возрасту родители обычно начинают думать о дошкольном учреждении для своего ребенка. А для того, чтобы попасть в учреждение, нужно пройти в любое, не обязательно в специализированное, нужно пройти всех специалистов. И логопед является ведущим в этом вопросе, потому что, может быть, ребеночку все-таки нужен специальный детский сад, там, где логопед будет работать постоянно. Какая помощь предоставляется не только деткам, но и родителям особых деток? Ну, вы знаете, с радостью хочу отметить тот момент, что у нас в Одессе полгода как стартанул проект по работе с будущими мамами и с мамами, которые только что ими стали. При роддомах работает штат психологов, команда психологов, которые проводят разъяснительные беседы в том случае, что нужно делать в том случае, если в семье появляется ребенок с нарушениями в развитии. Это вот на таком раннем этапе, какая я считаю, что это уже очень существенная помощь, раньше этого не было. Я повторюсь, только полгода. И еще этот проект не завершен, потому что еще не во всех роддомах, не во всех женских консультациях были специалисты и давали свои указания какие-то, как обращаться, как вести себя родителям. И не только родителям, ведь семья – это не только мама и папа. Когда появляется в семье особый ребеночек, есть еще в семье бабушки, дедушки, младшие, старшие братья и сестры. И их тоже нужно готовить к появлению и к общению с таким особым малышом. Вот, поэтому изначально на ранних этапах сейчас будет вестись работа в роддомах, даже в женских консультациях изначально, и потом поликлиники, потом дошкольные учреждения, и к тому же у нас в Одессе, помимо специальных школ, о которых мы говорили, есть много различных центров, и медицинских, и психолого-педагогических. Я думаю, что там специалисты смогут помочь родителям разобраться, есть какие-то особенности у ребенка или нет, и помочь либо в этом центре, либо перенаправить куда-то, куда они посчитают нужным. Все это бесплатно или это достаточно дорого? Стоит пройти обследование, сделать полное обследование ребенка? И вот эта вот консультация мамочек молодых в поликлиниках, в роддомах, это бесплатно? Это бесплатно. Это такой вот проект социальный. А то, что вы говорите по поводу обследования, к сожалению, нет. Обследование, функциональная диагностика – это достаточно дорогие вот такие мероприятия. Но если их, в принципе, нужно пройти каждому ребенку на каком-то возрастном этапе, есть ряд обследований, которые рекомендованы каждому ребенку, а в особенности есть какие-то подозрения, вот, то придется, конечно, пройти специалистов, рекомендуемых. Вот, это, конечно, не будет бесплатно. А какова причина вообще рождения особенных деток? Почему рождаются детки с особенностями развития? Вы знаете, причин очень много.
Ну, одну из самых существенных сейчас все во всем мире определяют как все-таки наследственную причину. Это не значит, что у ребенка родители имеют какие-то нарушения. Но при как бы сочетании родительских ген, ген мамы и ген папы, может родиться ребеночек с нарушением. Это основная причина. А можно это проверить, так скажем, еще до зачатия? Совпадают можно. Ли гены, все ли можно. В порядке? Можно. Возможно. И в Одессе у нас есть генетическая лаборатория, и есть ряд анализов. Есть генетическая лаборатория в Украине, в Харькове и в Киеве. Это такие вот, куда стремятся попасть родители, когда уже родился ребеночек, и они переживают, думают, как ему помочь, думают о том, если будет второй ребенок, чтобы с ним все было нормально. Есть генетические лаборатории, и об этом тоже должны, о их наличии, о необходимости, тоже должны подсказывать врачи районных поликлиник, такие как невропатологи и педиатры. Они об этом знают. Они должны как бы проводить такую работу и подсказывать как бы родителям, что делать. Но причин на самом деле еще много, я только одну назвала. Вот. Конечно же, экология влияет, конечно же, продукты питания влияют, конечно же, влияют внешние факторы и употребление или злоупотребление родителями каких-то веществ, таких как алкоголь. Таксоплазмоз, кажется, называется. Это торч-инфекции. Да? Торч-инфекции. В принципе, любые инфекции могут привести к различным негативным последствиям. Могут. Любые перенесенные матерью во время беременности, опять-таки, болезни, могут негативно сказаться на потом развитии ребенка. Причин очень много. Возможно, еще такая причина, что где-то, так скажем, бабушка какая-то или прабабушка была с отклонениями, с особенностями развития, и ребенок рождается таким же, вот, потому что вот в поколениях было такое заболевание. Возможно такое? Совершенно верно. Возможно. Это такие вот генетические факторы, но может этого и не быть. Поэтому нужно надеяться на лучшее, опять-таки следовать каким-то рекомендациям специалистов, но такое действительно может быть. Скажите, а вот ребенок с нарушениями развития, с особенностями, может получить полноценное образование? Может. Во-первых, у нас существуют специальные учреждения, о которых мы говорили. Но также с 2011 года в Украине принят закон об инклюзивном образовании. Это образование, которое поможет ребенку получить образование по месту проживания. У нас в Одессе на данный момент есть 4 инклюзивных школы. Это здорово. Также такие школы есть в области. А что значит инклюзивное образование? Да, это образование, при котором создаются условия для обучения и пребывания деток, наших особых деток. Предполагается по закону, прописано в законе, что в классе инклюзивном должно быть не больше 20 детей всего. Из них 1-3 ребеночка с различными нарушениями в развитии. То есть может быть такое, что в одном классе, наряду с детками, которые развиваются абсолютно нормально, может быть ребеночек с нарушением зрения, допустим, с нарушением слуха, и ребенок с речевыми нарушениями. Не совсем грубыми, так скажем. Не с умственно отсталый не может находиться в классе с обычными детьми. С легкой степенью умственной отсталости может. Да. Но еще какое обязательное условие инклюзивного образования, оно заключается в том, что с этими детками обязательно должен присутствовать ассистент педагога. То есть то, чего нет в принципе, никто не запрещал раньше ребенку, допустим, с нарушением опорно-двигательного аппарата посещать общеобразовательную школу, если ребенок живет рядом и родители не хотят отдавать в специальную школу такого ребенка. Но этому ребенку никто не помогал. То есть помогали по возможности, но человек не выделялся, ассистент педагога, который помогал бы ребенку, возможно, усвоить то, что ребенок не услышал или недопонял, и даже технически сопроводить такого ребенка по школе, столовую, например, или на прогулку. Вот по инклюзивному в рамках инклюзивного образования ассистент будет помогать. А если просто ребенок обучается в школе, этот процесс интеграции тогда будет называться, то, конечно, тогда помогать такому ребеночку будут только те, у кого будет время и желание, такой человеческий больше фактор. Поэтому детки с нарушениями в развитии могут получить полноценное образование. Но, к сожалению,
мы не можем не вспомнить о категории деток, которые считаются необучаемыми, но необучаемыми по тем программам, которые существуют на данный момент в Украине. Это программы, касающиеся интеллектуального развития ребенка. То есть это программы общеобразовательной школы, программы для детей с задержкой психического развития. Это временное состояние, которое проходит, которое должно пройти и выровняться. Ну, если заниматься. Если, безусловно, заниматься и оказывать ребенку такому коррекционную помощь. И программа для умственно отсталых детей. Но вот эта программа для умственно отсталых деток, она рассчитана на деток с умственной отсталостью легкой степени. А, к сожалению, есть еще и тяжелые и глубокие формы этого нарушения. И эти детки считаются необучаемыми. И тогда они уже не ходят в школы, а ходят либо в центры реабилитации, либо в дома ребенка, опять-таки в зависимости от выраженности их нарушения. А возможно ли обучение на дому, домашнее обучение? Да, такая форма есть. Она называется индивидуальная форма обучения. И она положена тем деткам, у которых есть противопоказания для пребывания в детском коллективе. Вот. Ну, например, эпилепсия. То есть это просто опасно, потому что в общеобразовательной и даже в специальной школе может не быть такого специалиста-медика, который в случае приступа сможет оказать квалифицированную помощь. То есть это очень опасно просто для здоровья, для жизни самого ребенка. Есть еще ряд показаний, по которым положена индивидуальная форма. И в таком случае ребенок либо находится дома, в зависимости от его возможности, от возможности его передвижения. И педагог из районной школы приходит к нему, к этому ребеночку домой. Либо, если ребенок может передвигаться, он приходит в школу. Также возможны с целью социализации, возможны какие-то совместные занятия с детками из своего класса, из того класса, к которому прикреплен этот ребеночек. Возможно, это праздники, торжественные линейки. Ребенок должен почувствовать, что он пошел в школу, что это был праздник 1 сентября, да, День знаний. Вот. Но индивидуальная форма есть, и много деток тоже обучаются по индивидуальной форме в связи со своими особенностями. А как вы лично считаете, должна ли быть интеграция таких деток в общество? Ведь наверняка есть родители, которые против того, что с его здоровым ребенком обучается ребенок, например, с легкой степенью умственной отсталости. Конечно же, интеграция должна быть. Конечно же. И опять-таки, в Конвенции ООН о правах ребенка тоже прописано, что права должны быть для всех одинаковые, что дискриминации не должно быть ни в каком ее проявлении. И почему ребенок... Ну, вы спросили о ребенке с умственной отсталостью, но очень часто есть детки, у которых, например, нарушение опорно-двигательного аппарата, но у них сохранный интеллект, интеллект, который позволяет им общаться со сверстниками. Возможно, и обучаться даже лучше, чем его сверстники. Совершенно верно. Как мы можем такого ребенка лишить этой возможности? И мы лишаем не только ребенка, мы лишаем его семью. Помните, мы говорили, в семье рождается ребенок. Это проблема не только родителей, это не проблема, это ситуация, в которую погружается вся семья. Младшие, старшие братья и сестры, они будут ходить в школу, а их братик не будет ходить в школу. Что касается нашего общества, это возвращаясь к умственно отсталым деткам, возможно, не каждому родителю будет приятно или захочется, чтобы в классе с его ребенком обучался ребеночек с какими-либо особенностями. Но к этому нужно прийти, если не делать никаких шагов, если не предпринимать усилий наших со стороны психологов, специальных педагогов, то этот процесс не будет продвигаться. А дети имеют право на полноценную жизнь в обществе. Как мы уже сказали, даже детки с особенностями должны иметь такие же права, как и здоровые детки. И, наверное, самый главный вопрос, как найти подход, а главное установить контакт с особенным ребенком? Дело в том, что порой бывает сложно установить контакт с любым ребенком по разным причинам. Вот. Но для того, чтобы найти подход к особому ребенку, нужно посмотреть внимательно, понаблюдать за ним. Если, конечно же, мы говорим уже о специалистах, а не о родителях, потому что родитель найдет подход к своему ребенку. Бывает такое, когда в семье рождается ребенок, допустим, глухой, в семье слышащих родителей. Они учатся понимать друг друга. Да. Вот. А если ребенок тяжелее всего семьям,
в которых установить контакт, в которых рождается ребенок с достаточно распространенным сейчас нарушением, таким как расстройство аутистического спектра. Ну, мы говорим уже не аутист, а расстройство вот этого спектра, потому что могут быть расстройства ярко выражены, а могут быть совершенно минимальные их проявления. Но когда в достаточной степени выражены расстройства аутистического спектра у ребенка, тут тяжело бывает даже родителям, потому что родитель обращается к ребенку и не понимает, почему ребенок как бы не слышит. Мы не знаем, а он в своем мире. А он просто живет в своем мире, действительно. И к такому ребенку сложно найти подход и специалисту. Но я вас уверяю, если вам покажется, что ребенок на вас не обращает внимания, но вы начнете, например, надувать мыльные пузыри, я проверяла это, ребенок обратит внимание. Главное найти подход. Совершенно верно. Анна Борисовна, спасибо большое вам за такую полезную информацию. И я сподіваюся, що у наших наступних ефірах ми будемо продовжувати цю тему, адже вона дійсно дуже важлива і стосується кожного із нас. І зараз, любі телеглядачі, я пропоную вам подивитися цікавий сюжет. Саме 11 вересня в Одеському національному театрі опери та балету відбувався спектакль «Чиполіна», а головну партію виконав заслужений артист України Олександр Стоянов. Як проходили репетиції, дивимося в нашому сюжеті. В Одесском национальном театре оперы и балета в преддверии детского спектакля «Чиполлино» кипит работа. Руководство театра пригласило заслуженного артиста Украины, ведущего солиста национальной оперы Александра Стоянова. Когда мне позвонили месяц назад и пригласили в Одессу, я был счастлив, потому что совместить удовольствие побывать в этом городе, продолжить лето, покупаться на море, вот, увидеть этот красивый театр, который на самом деле один из самых красивых в мире, встретить своих друзей, которых у меня достаточно много в Одессе. То есть все совпало, я счастлив, что меня позвали. Вы знаете, Чиполлино я танцевал за всю свою жизнь два раза. Это было в Киеве в оперном театре. Это, по-моему, был первый раз, это был 9-й год, второй раз 10-й год. То есть последний раз 6 лет назад. После чего я думал, что танцевать больше его никогда не буду. Так как вы так сказали, это детский театр, ну, спектакль. Я перешел на более серьезные партии, более драматические, более технические. Вот. А молодежь, ну, надо давать роду молодым, как бы. Пусть молодежь танцует Чиполлино. Вот. Но в принципе, здесь танцевать Чиполлино было очень, ну, будет очень приятно. Сейчас идут репетиции, очень веселые. Шикарная партнерша, шикарные артисты балета, которые работают в оперном театре. Мне там помогает парень, который танцевал здесь Чиполлино в Одессе, Стас Варанкин. Он мне подсказывает порядок, все, то есть ребята все молодцы, тут шикарный коллектив. Легко. Все шикарно, да, с ними работать очень легко. Александр Стоянов закончил Киевское государственное хореографическое училище. Его педагогами были Костюков Эдуард Давидович и Денисенко Владимир Андреевич. В последние годы балет, я так понял, что стал для меня смыслом жизни. Я просыпаюсь, думаю о балете, засыпаю, тоже думаю в смысле о балете, потому что он забирает на самом деле все наше свободное время. Настоящий артист балета, помимо техники, должен уметь передавать образ своего персонажа. Мой педагог, например, в Киеве, да, он мне говорит, за 2 часа там до спектакля садись в гримерке, никого не пускай, никому руку не жми, там не отдавай свою энергию, ни с кем не общайся. Я наоборот. Я могу, то есть, стоять в разогревочной одежде, общаться с людьми, там с одним поговорю, со вторым поговорю, с третьим. Это, наоборот, меня заводит, как бы настраивает на образ, можно сказать. И за 2 минуты до выхода, как бы, приготовиться и пойти. Мне этого хватает, чтобы настроиться на нужный опыт. На Чиполлино можно и не настраиваться, я в душе ребенок. Поэтому за 5 минут до выхода
Главное, чтобы никто настроение не испортил. На самом деле, артист балета, настоящий артист балета, ну, во-первых, он должен любить свое дело, должен любить искусство, да? Во-вторых, естественно, что он должен быть трудолюбивый, потому что профессия очень тяжелая. Если не трудиться, то ничего не получится. У него должны быть данные, физические данные для балета, потому что без данных тоже это будет не так эстетично смотреться, как бы. Плюс в младших, наверное, ну, в младшем возрасте это дисциплина. Обязательно, конечно. Хотя часто разгильдяи убиваются лучше, чем дисциплинированные дети. Первые ноты музыки, они уже дают настроение и образ, поэтому историю либретто спектакля, текст я знаю, поэтому мы телом передаем то, что чувствуем, то, что знаем. Ми повертаємось до нашої студії. До нас вже завітав наш наступний гість Кирило Філімонов, громадський діяч. Доброе утро, Кирилл. Спасибо, что к нам приехали сегодня. Итак, Кирилл, давайте поговорим о общечеловеческих ценностях. Скажите, что для вас общечеловеческие ценности? И существуют ли они в реальности, или же это такая идеологическая абстракция? Ну, я б сказав, що це скоріше філософська абстракція, ніж ідеологічна. Тому що, якщо ми говоримо, що це ідеологічна абстракція, значить, є певна ціль для того, щоб, та, щоб їх визначити, щоб їх просувати. Наша історія показує, що та історія людства така, складається з постійних війн, постійних конфліктів, і сьогодні ми продовжуємо, на жаль, платити свою ціну за те, що ми розділяємо цінності різних націй, різних релігій, різних етнічних груп, і через це виникають ці конфлікти. Тому намагання знайти спільне у всіх людей цінності, які об'єднують людей, незалежно від кольору шкіри, незалежно від мови, незалежно від походження, якраз і є тим терміном, який ми називаємо загальнолюдськими цінностями. Є, звісно, різні погляди, які цінності включати, які не включати, але це поняття розвивається, і, як на мене, чим більш широкий буде спектр цих цінностей, тим менше ми будемо мати підстав для різних конфліктів. Якщо ми визнаємо гідність людини, якщо ми визнаємо право людини на вільний простір, на свій, на саморозвиток, на мову спілкування, на релігію, то суспільство від цього тільки виграє. А розкажіть тоді про українські цінності, цінності українського суспільства. І як ви вважаєте, чи змінилися вони у зв'язку з останніми подіями? Ну, по цінностях українського суспільства ми можемо оцінювати згідно соціологічних опитувань. Періодично різні центри проводять опитування і відслідковують зміну цих цінностей. Традиційно основною з базових цінностей є безпека, і те, що події останніх років суттєво змінили ситуацію, конфлікти, які ми бачимо, які були і які досі існують, звичайно, вони змінили і пріоритет цінностей, тому що якщо ми згадаємо класичну піраміду Маслоу та по цінностях, то після фізичних потреб є потреби безпеки. І поки вони не будуть реалізовані, і це не лише безпека життя і безпека здоров'я, так само безпека майна та власності людини. Поки вони не будуть реалізовані, людина не йде на вищі рівні потреб, які стосуються визнання, пошуку себе, саморозвитку. Та, і те, що цей рівень потреб не закритий, звичайно, дає результати, впливає на суспільство. Останнє опитування, яке проводив Центр соціс по Одесі, показує, що 65% одеситів вважають ситуацію в Одесі або нестабільною, або критичною. Так? І тільки третина одеситів сприймає як безпечно. Якщо стосується поглядів одеситів щодо ситуації в Україні, то ми бачимо, що там вже 90%
вважає ситуацію в Україні або не дуже стабільною, або досить критичною. І лише 6% сприймає як нормально. І це сигнал того, що в першу чергу громадяни не відчувають себе повноцінно захищеними, і відповідно вони мають думати про те, як захистити себе, як захистити свою сім'ю. І в своїх рішеннях, в тому, як вони беруть участь у виборах, беруть участь в різних процесах, беруть участь в акціях, да, захисту, або навіть в елементарних речах, в яку школу відправити дитину, в який дитсадок, яку професію отримати, вони виходять з того, як забезпечити собі в першу чергу безпеку і певну стабільність, а вже потім про те, які додаткові цінності, які додаткові потреби вони зможуть реалізувати завдяки цьому вибору. Тож, на жаль, зараз суто українська цінність, можливо, саме безпека своєї родини, так? Безпека родини, безпека країни себе. Загалом. Але якщо ми згадаємо ті ж самі події на Майдані, то при тому, що, в принципі, була загрожена безпека, ті люди, які вийшли, вони були досить креативними, вони були досить творчими, і там дуже виразно були потреби вищого рівня. Визнання себе, своїх прав, підтримка, пошук себе, реалізація себе. Про що це свідчить? Що з одного боку у нас досить нестабільна ситуація і загрожена безпека в суспільстві, з іншого боку вона не настільки критична для того, щоб ми зовсім забули про інші цінності, саморозвитку, самореалізації і умовно виживали. Так? Тобто ми говоримо, що з одного боку, звісно, ситуація нестабільна і далеко від ідеалу, з іншого боку, все ж таки. І це, напевно, перевага, та це позитивна сторона, що ми не дійшли до того рівня, коли ми змушені виключно боротись за свою безпеку. На певному рівні мінімальному вона реалізована, і суспільство рухається далі. І громадяни рухаються далі, думають, як реалізувати себе, як отримати, окрім безпеки, отримати нові умови, нові можливості. Та, ну, якщо ми візьмемо той же самий приклад, в яку школу відправити дитину або в дитячий садок, та, то безпека важлива, але важливо так само, як дитина зможе реалізувати себе, в якому середовищі вона буде, як вона буде, з ким вона буде спілкуватись. Скажіть, що для вас є поняття толерантність і як ви вважаєте, українське суспільство становиться більш толерантним або навпаки нетерплячим, нетерпимим? Ну, знов таки, класично, традиційно, та, те, що показують соцопитування останніх років, ну, останніх 10 років, якщо ми кажемо до там, подій Майдану, до війни, завжди відслідковують соціологи досить високий рівень толерантності українського суспільства. У нас за 20 років існування держави не було великих релігійних конфліктів, не було інших громадських конфліктів, які напряму пов'язані з питанням толерантності, тобто дискримінацію певної частини суспільства. Українське суспільство не підтримує дискримінацію певної частини. Але ми бачимо, що після війни, після Майдану є ряд тих самих етнічних конфліктів, і зокрема в Одеській області, які показують, що те, що громадяни не відчувають себе в безпеці, провокує на певні дії для того, щоб захистити. Якщо вони не вірять в державу, в те, що держава може захистити, вони не вірять в правоохоронні органи, вони змушені самі себе захищати. І, на жаль, поки не вирішиться це питання, ми будемо стикатися з певними проявами таких конфліктів і певної дискримінації. Зрозуміло, що дискримінація, що толерантність, воно включає все більше різних понять з тим, як суспільство розвивається. Якщо спочатку ми говорили про те, що толерантність до людини іншої національності, іншої статі, та,
Зараз туди включаються питання сексуальних меншин, наприклад. І це поняття постійно розширюється. Тому суспільство розвивається. Чим, знов-таки, чим більше туди буде включено базових якихось потреб, тим менше буде підстав для конфліктів. А що таке саморозвиток? І як людина може просто зрозуміти, у чому краще їй буде розвиватися? Угу. В тому світі, в якому ми живемо, який постійно змінюється, де постійно з'являються нові технології, і ми вже сьогодні бачимо, що світ, який був рік тому, два роки тому, він змінюється. І це відчувається навіть певні там пристрої, певні засоби пересування, які ми просто навіть бачимо на вулиці. Те, що три роки тому здавалося фантастикою, нереальним. Світ змінюється, і сучасна людина має постійно адаптуватися до цих умов і постійно розвиватися. Якщо якою професією ми не займалися, якщо ми залишаємось лише з тими знаннями і з тими навичками, які у нас були, то ми будемо менш конкурентно здатні на ринку, ми будемо менш професійні, ми не будемо давати тих результатів, які ми хочемо отримувати. І тому сьогодні поняття саморозвитку – це не розкіш умовна або забаганка, це мінімальна вимога для існування людини, для того, щоб вона розвивалася. І дуже хороше питання справді. Якщо ми хочемо розвиватися, як нам зрозуміти, в якій сфері нашого життя нам потрібно зробити зміни? У психологів, у коучів є інструмент, який називається колесо баланса. Коли ми визначаємо 8 сфер нашого життя і оцінюємо по кожній сфері, наскільки ми задоволені тим, що є в нашому житті. Які це можуть бути сфери? Наприклад, сім'я, стосунки. Та? Окремо сім'я, ті люди, які близькі нам родичі. І окремо стосунки з іншою статтю, з партнером. Та? Здоров'я і фінанси. Це може бути сфера кар'єрного розвитку. Та? І знов-таки розділяється. Ми можемо добре заробляти, але у нас... Ми не задоволені тим, що ми робимо. А чи можна з'єднати, об'єднати ці всі сфери? Якось намагатися розвиватися у всіх напрямках? Тут якраз інструмент передбачає, що ми спочатку розділяємо і дивимося, яка ситуація у нас по кожній сфері. У нас може бути добре здоров'я, ми можемо добре заробляти, але у нас, наприклад, проблеми з стосунками, та? Або з саморозвитком. Або з відпочинком. Ми багато працюємо, але у нас ми не відпочиваємо. І ось тоді, коли ми це розділяємо, коли ми по кожній сфері оцінюємо умовно по 10-бальній шкалі, кажемо, що здоров'я у мене на 9, фінанси у мене на 7, а от відпочинок у мене на 3, тоді ми розуміємо, з чим працювати. І розуміючи, що, наприклад, треба працювати з відпочинком, тоді ми вже підбираємо ті ресурси, які це можуть бути. Що це може бути? Це може бути певна література, щоб зрозуміти, як краще організувати свій час і виділити більше часу на відпочинок. Це може бути індивідуальна якась робота, що ми самі оцінюємо наш час, ми самі оцінюємо, що ми можемо зробити сьогодні, зараз, для того, щоб більше відпочивати. Ну і, звісно, ми можемо звернутися до спеціаліста, до коуча, до терапевта, якщо потрібно, який допоможе нам проаналізувати ці процеси, бо дуже часто є речі, які ми не усвідомлюємо. Ми знаємо, що ми багато працюємо, що у нас немає часу, але зрозуміти, що справді, яким чином ми приймаємо рішення, працювати нам зараз чи відпочивати. Це дуже іноді це може бути неусвідомлено, певні стратегії поведінки. І тут спеціаліст може просто разом з вами пройти цей шлях, подивитися, на що йде у вас, наприклад, час, знайти додаткову мотивацію, на що хочеться витрачати час. І після цього зробити той розпорядок, ті дії, які допоможуть вам знайти те, що вам потрібно. Що ж, Кирило, дякуємо вам за таку корисну інформацію. Я вважаю, вона була дійсно цікавою для кожної людини. І я прощаюся з вами, Кирило, але, любі телеглядачі, не з вами. Зараз давайте згадаємо неймовірну танцівницю та й просто неймовірну жінку Айседору Дункан.
Родилась Айседора в Сан-Франциско в 1877 году. Отец ушел из семьи как раз перед рождением дочери. Четырех детей мать растила одна. Она была профессиональным музыкантом и свято верила, без хлеба обойтись можно, а вот без искусства никак. Поэтому в скромной квартире большого семейства всегда звучала музыка. Здесь часто читали стихи и даже разыгрывали греческие трагедии. Айседора и Элизабет танцевали в хитонах, сделанных из обыкновенной простыни. Девочки рано начали зарабатывать. Они участвовали в популярных тогда в Америке живых картинах. А вскоре предприимчивые сестры начали давать уроки танцев соседским детям. Айседора словно предчувствовала, какое место в ее жизни займет танец. Повзрослев, Айседора перебралась в Нью-Йорк, где начала брать уроки классического танца. Но дисциплина и муштра – это было не для нее, свободолюбивой американки. Да и жанр балета с его строгими законами в Америке был непопулярен. В то время в стране процветал культ античности. Государственное устройство древних Афин провозглашалось прообразом американской демократии. Как и многие американцы, Айседора буквально бредила Грецией. В 1899 году в поисках денег, счастья и творческой реализации на корабле по перевозу скота она устремилась в Европу. Ей повезло, она попала в труппу знаменитой Лой Фуллер, с которой много гастролировала. Однажды в Британском музее Айседору поразил рисунок на греческой вазе. Босоногая гитара исполняла экстатический танец. Это было то, чего она искала, ее идеал. Теперь она, Айседора, будет танцевать, как танцевали древние греки. Босиком, в легком прозрачном хитоне, с распущенными волосами и так, как чувствует, как велит ее душа. Она вдохновенно импровизировала под музыку Глюка и Чайковского, Вагнера и Бетховена. Ее танцы, ее импровизации были гимном естественной красоте, а движения почти обнаженного тела были наполнены эротикой. Публика разделилась. Одни восхищались, другие были в шоке. Приличные европейские дамы, включая балерин, были втиснуты в корсеты. Сооружали на голове немыслимо сложные прически и носили вычурные шляпы. Эти называли босоножку Айседору распутницей. Не поняли такого танца и в самой Греции. Неистовые пляски на фоне древних афинских храмов привели греков в замешательство. В начале 20 века Афины уже давно не были передовой культурной столицей. Зато ей до изнеможения руку плескали просвещенные Вена, Париж, Лондон и Берлин. Танец Дункан стал сенсацией среди высшего общества и в кругу молодых авангардистов. Особый фурор она произвела в России, куда впервые приехала в 1904 году. Дункан возносили и ругали, но она стала кумиром и особым лакомством на светских приемах. Айседора же восхищалась классическим искусством Матильды Кшесинской и даже стала подругой Анны Павловой. Конечно же, их дружба не могла не повлиять на творчество великой русской балерины. Айседоре наперебой пытались подражать многочисленные раскрепощенные дунканистки, а молодые хореографы уже не могли ставить свои балеты, как раньше. Начинающий балетмейстер Михаил Фокин буквально помешался на танцах Дункан. Один за другим он ставит свои балеты на античные темы. А в Москве Александр Горский ставит балет «Саламбо» по роману Флобера. Ведь Айседора обожала этот роман. Это было известно. Она жила, как танцевала, страстно, свободно, безрассудно, пренебрегая общественной моралью.
час нашого ефіру вже вичерпано, але наостанок я хочу, любі телеглядачі, щоб ви подивилися дуже цікавий сюжет про веселих тварин панд. А чому? Саме тому, що 11 вересня 1961 року панда стала символом Всесвітнього фонду дикої природи. Тож я прощаюся з вами, а ви дивіться сюжет.